Красноустка киноварно-красная, несъедобный гриб гастеромицет семейства ложно-дождевиковых, хотя сообщается, что ранее молодые плодовые тела употреблялись в пищу. Отличается ярко-красной окраской плодового тела, у молодых грибов покрытого толстым студневидным налетом. Распространен и обычен на территории Северной Америки, найден в России на юге Приморского края. Плодовое тело округлое или клубневидное, 1-2 см диаметром, у молодых грибов от красного до красно-оранжевого, по мере исчезновения остатков внешней оболочки выцветающие до бледно-оранжевого или светло-бурого, у молодых грибов заключено в трехслойную оболочку, на ранних стадиях развивается под землей. Ложная ножка хорошо развита, 1,5-4 см длиной, 10-15 мм диаметром, пористая, изрытая, окруженная студневидной оболочкой, образована густо переплетенными, гиалиновыми мицелиальными тяжами. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.